тебе понравилось? Да? А что ты видел? Красная площадь. Да, да. Да, а ты что не Здравствуйте, я просто чисто так думаю, что это. Я когда уехал из Лебеда, приехал в Москву, мне показали картинку, где ты плачешь. Но я думал, что понятно, что я, к сожалению, не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит. Но все-таки твоя реакция меня расстроила. И поскольку я не могу сам ездить, часто из Москвы уезжать. Вот я решил тебя пригласить с мамой, с папой. Тебе понравилось? Да. Да? А что ты видела? Красная площадь. Тихий мир. После мечты. Ладно, пойдем. Пойдемте, я покажу вам, где я работаю, а потом пойдем чуть попробуем. Хорошо? Поздоровайся. Здравствуйте. Слышь, Антон? Да. Да, а ты что не отвечаешь? Ты же воспитанный человек. Здравствуйте. Я просто думал, что это может быть. Да решил, что это шутка, да? Вы приняли решение о том, чтобы добавить 5 миллиардов рублей на ближайшие годы. Отлично. Скажи спасибо. Спасибо. Все. Спасибо, Антон Георгиевич. Спасибо. Да, есть пока. Это, ты получила сейчас для Дагестана 5 миллиардов. Пойдем.